Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Что за профессия блогер? Блогер – это профессия без выходных, ни субботы, ни воскресенья. Как что-то интересное. Сразу мы включаем наши видеокамеры и хотим с вами поделиться, друзья мои. Всем привет, привет! С вами Светлана Ата. И вот воскресный день. Я слышу такую музыку, но не вижу, где что происходит. Наверное, в соседнем сите. Сегодня мы отдыхаем по полной программе с Ашкымом. Я занимаюсь готовкой. Готовлю сегодня курицу на соли. И к ним рагу из овощей. Это рецепт ленивой хозяйки, которой ничего не хочется делать, именно отдыхать в воскресный день. Сейчас это все я положу на противень и буду жарить. И музыка закончилась. Посолила, поперчила и на противень положила. Сейчас так помешаю, чтобы все пропиталось в масле. И поставлю в духовку. Через час, наверное, будет все готово. Вот такая курица у меня получилась. Посмотрите, она без жиров. Весь жир ушел в соль. Вот такие овощи у меня зажарились. Очень красиво, мне кажется. Вот йогурт у меня, брокколи, огурцы, помидорчики. Вот сейчас мы будем с Ашкой кушать. А грудку я отсюда спрятала. Думаю, сделают Антония в следующий раз. Мне кажется, соль я не солила. Только положила курицу на соль. А вся эта бяка осталась вот на соли. Видите? Все нехорошее, все вредное осталось на соли. Пошли мы кушать с Ашкой. И вам приятного аппетита. А потом мы идем с Натальей покупать ей кое-что для дома. Как делает Антони? Кушает Антони. Это куриное, это мясное. Что-то для вас любимое. И всем привет! Сегодняшний блог начался у нас с базара. Ашкин пошел на базар, а я сижу дома и занимаюсь уборкой, как и вчера планировала. Вот смотрите, что взял мой Эндер. Эспанак взял, будем делать буреки с эспанаком. Сливки взял, вот такой вот перчик, он не острый. Огурчики, это такой перчик. Ну, это рока у нас. Так, вот такой арбуз он взял. Я уже тут начала раскладывать, потом вспомнила. Чеснок, лук, картошку. Я тут чищу полочки мои, поэтому сливок взял сейчас еще таких. Я сказала, я такие хочу. Лимончики взял, огурчики взял, сейчас вот эти засолю, фрукты взял, персики. У нас еще, посмотрите, полный холодильник вообще, что-то творится. Надо посмотреть, что здесь творится. Ну вот у нас еще остались фрукты с того раза. Так, инжир еще остался, и дыня, и виноград. А он еще, кстати, купил виноград, да. Вот только-только положила вот помидоры. И навожу здесь порядок. Так что вот. И все за все это, посмотрите, очень много потратил, 90 лир. Мне кажется, это очень хорошо, хорошая цена. Ну, я сегодня стиркой занималась, уборкой занималась. Гости у меня были, в гости приходили. Один риэлтор-блогер из Мерсина. И
Вот такими делами занимаюсь. Стирка, уборка. Сейчас буду готовить. А что готовить? Наверное, я пожарю просто картошку. И больше ничего не буду. И салат сделаю. Вчера была курица, еще есть кусочки. Так что будем есть то, что есть. И суп есть еще с мантов. Так что вот такие дела, мои хорошие. А вот ее, Светлана, да. Вид уставший. Нет, не уставший. Я сегодня чувствую себя хорошо, когда дома сидишь и не устаешь. Ну, единственное, наверное, не пошла на рынок, потому что были дела. Я должна была дома сидеть и возле компьютера, ну, на телефоне имела в виду. Звоню Наталье, не могу выйти с ней на связь целый день. Наталья, ты где пропала? Звоню, 3 или 4 часа, и никак ее нету. Интересно, где наша Наталья? Мы хотели ее повезти на базар, потому что первый раз она, и не можем дозвониться, достучаться до нее. Вот мой хулиганчик. Уже ты покушал? Я покажу вам, что здесь такое у нас. Целый день разгоняла Белидие, Мерия их. А сейчас вот более поспокойнее стало. В парке сидят, отдыхают, пикники устраивают. Видите, как женщины смотрят, перебирают. Это уже использованные, не новые вещи. Так увеличила вам, что вы посмотрели. И там тоже, видите? Посмотрим, что там на базарчике. Сегодня накидки с дивана стирала. Где же Наталья наша? С одной стороны, люблю понедельник, а с другой стороны, это не скончается. Еле-еле я перебрала, разобрала, все сложила. И готовлю ужин. Перемыла зелень, засолила еще огурчики. Знаете, как я сделала? Я все вытащила, вскипятила этот рассол и все. Перемыла виноград. Покажу, что сейчас здесь у меня. Жарю, да? Картошку. Хочу такую именно картошечку с жареным луком. Сегодня не готовила ничего. Суп с мантами. Вчерашняя курица. И все. Потому что очень устала. Только что я разобралась со своими этими. Кухня была ужасно в состоянии, как-то разгребали. Вот такие вот дела по понедельникам у нас в Мерсине, в районе Мезетли. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.